Мужики, всем привет! Как говорится, давно не виделись. Немножечко навел порядок в мастерской. Повозил лишний металлолом и поменял столы местами. Сварочный стол поставил к отрезному станку. В общем, теперь там весь мусор будет в одном месте собираться. Там будет сверлиться, пилиться, там, я не знаю, вариться что-то. Пускай оно там, весь абразив. Вся стружка собирается в одном месте. А то было, не пойми что. А вот стол с инструментом убрал подальше от абразивной пыли этой, да. Сварку подальше убрал. В общем, все замечательно. Ну, видос не об этом. В общем, когда вывозил металлолом, нарыл там кое-каких запчастюлин. Сейчас будем делать очень полезную для мастерской штукенцию. И, наверное, даже не одну. В принципе, из названия вы уже поняли, что будем делать. Ладно, хареля, погнали. Итак, мужики, для самоделки мне понадобятся маховики, мне понадобится стойка, это вот стойка Атаки, это стойка от наших переднеприводных, я не знаю, там девятка, может восьмерка, короче, без понятия. Но работать буду со стойкой Атаки, она мне очень понравилась. Пружина поменьше, нежели вот здесь. И она вот как-то стоит по центру. А здесь идет она со смещением. В общем, эти убираем. И откручиваем поворотный кулак от стойки. Ну и разбираем стойку саму. Это хлам. Ну а дальше стойку надо, мужики, раскрутить. Здесь нужен спецключ. Ну мы по-простому молоток. И надо вот так по гаечке немножечко слегка пройтись. Все, зажимаем в кисы газовый ключ. И она откручивается легко. Надо достать амортизатор каким-то чудесным образом. Итак, мужики, масло слили, протерли все это дело. Собираем на место.
Зажимаем. Все, амортизатор полностью стал нерабочим. То, что нужно. Дальше, мужики, отрезаю один виток. Вот заканчивается где? Вот здесь, да? Здесь вот так вот и отрезаю. Все, готово. Один виток отрезал. Больше он не пригодится. Собираем стойку. Так, мужики, взял маховик побольше. Не знаю, газоновский это ли, с какой-то грузовой машины. В общем, вырезал середину. Вот так вот. И этим лобзиком, пилкой по металлу. Здесь было кольцо, болгарка, его срезал, чтобы было все по плоскости. Нашел втулочку. Сейчас покажу, еще одна она есть. Вот такого плана. Это у меня остались токарь. Звезды когда точил. Вот такие вот штукенцы и остались. Вот она как раз подходит отлично на шток по диаметру. Один в один. В общем, одну такую я сюда вварил на кусок толстостенного металла. Вырезал зачем середину? Чтобы ее перевернуть и поставить вовнутрь. Также просверлил по краям, чтобы прикрутить. Снизу она не торчит, ничего не мешает. Все, теперь можно собрать амортизатор. Вот таким вот образом. Так, мужики, собираем. Собираем амортизатор. Пружину обрезал для того, чтобы легче было все это дело собрать. Все, берем. Даже нужно солидорчиком помазать, но это чуть позже сделаем. Кидываем вот эту вот втулочку сюда, вот так вот. Да не, сейчас солидолом все-таки помажу. Вот таким образом, чуть-чуть. Ставим шайбу сюда, вот эту большую, которая была. И собираем все так вот на место. Пружину обрезал для чего? Для того, чтобы она стала чуть-чуть мягче, мужики, и была возможность собрать его вручную. Шток, чтобы не опускался, так его сейчас прижму. Вот. Отлично. Отлично. Все. И собираем на место. Вот, как-то так. Все, смазочка есть, все крутится. Так, маховик прикрутил. Все отлично. Сварил из обрезков вот такую вот крестовинку. Эта труба, я не помню. Короче, подходящая по размеру сюда труба. Крест вывел на центр. В общем, все делаю из обрезков. Здесь вот таким образом три положения регулировки по высоте. На эти же самые болты
которые крепят поворотный кулак. Все. Сейчас разбираю вторую стойку и буду делать немножко по-другому. Почему? Смотрите дальше. Так, мужики, разбираем полностью также цилиндр, убираем масло и снимаем все лишнее со штока, с этого. Сейчас даже вот здесь нужно будет раскрутить для того, чтобы вырезать какую-то часть. Так, друзья, разобрал полностью, снял поршенек здесь, вот он, куча тут пружинок всяких там. В общем, он нам не нужен. Вот эти не нужны. Нам нужен только вот этот цилиндрик, или как его правильно назвать, поршенек, да. Снял также вот кольцо, которое вот здесь в канавке стоит. И сейчас вот здесь нужно по этой линии как раз таки и отпиливаю шток. Все. Давайте отпилю. Так, друзья, отпилил, зажал шток в тисы, и сейчас сюда в торец приварю вот таким образом болтик. Это восьмерочка, он как раз подходит сюда, вот в этот поршенек. Все, сейчас центрую самым точным прибором на глаз и обвариваю. Вот такая вот штука получается. Все, гайку закрутил, все это дело одел, получается вот такой вот коротышек. Так, ладно, сейчас отрезаю амортизатор прямо вот где сварка, по над сваркой. Сварку не трогаю, а по над сваркой, по над чашкой ровненько отрезаю. Вот эту часть она мне не нужна. Так, друзья, отрезал лишнее. Трубка может еще куда-то пригодиться. Вот такой коротышек получился. Закрутил все это дело. Теперь нужно отметить, сколько отрезать вот этой трубки. Тупо ее ставлю, забиваю там куда надо и прям вот так и отрезаю прям вровень. Так, трубку отрезал по нужному мне размеру. Эта часть уже не нужна, пригодится потом. Так, от коленвала отрезал вот эту вот часть, которая прикручивается маховик. И сейчас мне нужно вот так вот ее приварить. Прямо вот как есть. Вот таким образом. Итак, приварил. Вот таким образом. Все, это будет крепиться к маховику. Маховик у нас будет как подножка, подставка, да? Ну, так захотелось мне. Во-первых, они тяжелые и очень устойчивые. Я покажу потом. Так, кусок ПНД-шной трубы. По-моему, она 40-я у нас, да? Я не помню. Вырезал два кольца для того, чтобы отцентровать мне вот эту трубу, которая, когда она станет туда вниз, чтобы она стала посерединке. Вот таким образом. Здесь она сейчас плотненько, но здесь идет чуть тоньше, дальше идет чуть шире. Поэтому смело беру эти два кольца, вставляю туда, они падают вниз, не знаю, видно, не видно. И, короче, надо сейчас эту трубу в эти кольца поставить. Все, кольца на месте. Все это дело выглядит вот таким образом. Теперь собираем все это дело до кучи. Вставляем в трубу, сюда в трубу, одеваем. Оно там попадает, центруется, и замечательно все получается. Так, мужики, приварил вот эту вот сулочку к куску пластины.
пластина произвольная, какой нашел, подровнял кусочек, да и все. Здесь был посередине шов, его счистил. Вот теперь можно это дело прикрутить. Гаечку нашел вот такую низкую, вот лишнюю резьбу отрезал заподлицо. Все, теперь можно поставить пружину и сделать верх. Так, дальше поставил маховик на кусок фанеры. Это фанера у меня, ну, кусочек был влагостойкой. И, соответственно, отчертил. И сейчас лобзиком все это дело вырежу. Так, друзья, вырезал из фанеры. Здесь сделал такой потай под гаечку. И все это дело теперь вот так вот становится. Останется только пришурупить. Но перед этим я ее сейчас обобью. Есть у меня кусочек ковролина. Так, чтобы это все было не только гладенько, но еще и мягенько. Итак, оббил фанеру ковролином. Вот такой кусочек у меня был. Все по кругу замечательно, чудесно. Лишнее обрезал, когда уже пробил ровненько лезвиями, понятное дело. И теперь сейчас нужно закрыть скобы вот таким вот кусочком провода. Это провод, по-моему, полторашка. Пробью гвоздями по кругу так, чтобы, ну, и заодно не лохматилась эта сторона, да и красивее будет. Вот таким вот образом все это дело получилось. Края прижались. Вот такая вот черная окантовочка имеется. Все, готово. Итак, мужики, стулья готовы. Здесь добавил еще такую подставку для ног. Сбил с этого маховика венец и приварил его сюда на 3, значит, куска арматуры. Опустил на комфортную вышину, такая, какая мне подходит. Очень удобно, вообще капец как удобно. Особенно, когда стул поднят на самое верхнее положение. Сейчас я это все дело покажу. Как-то так. Стулья являются, по сути, они не валяшками. Сейчас я поставлю камеру на штатив и покажу, под какими углами их завалить нереально. Ну, это тоже это на очень-очень сильно постараться, чтобы он опрокинулся просто так, даже если его зацепить. Так, ну начнем, наверное, с маленького, да? Я думаю, видно, под каким углом он сейчас стоит. 45, не 45, но тем не менее. Видно, нет, я не вижу просто. Не, ну ясен пень, если завалить его еще дальше, то, конечно, этот самый, он упадет. Короче, для мастерской самое то, что нужно. Большой, аналогичная ситуация, мужики, аналогичная ситуация. Ну, это уже сильно, конечно, да? Я думаю, видно, да? Пойдет. Короче, сам потом посмотрю этот видос. Так, по посадке. Ой. Просто обалденно. Еще они и вращаются. Что один, что другой. Мне, в общем, нравится. Также, мужики, и этот стул. И вращающийся и еще амортизирует. Ну, мне хватает веса. Это такая табуреточка, где-то
какой-то мелкий ремонт проводить так, чтобы было удобно сидеть. Плюс подход со всех сторон, он не мешается. Это диаметр 260. Здесь диаметр 300, по-моему, 50, мужики. Да, 35 сантиметров. 350. Поставить можно в любой угол. И с любой стороны подошел, повернулся до стола, да, там встал, как угодно. Обалденно. Вот такие вот дела. О, комиссия приемная пришла. Снимается. Снимается? Нет. Какая-то круглая. Круглая? И крутится. Ага, садись. Я босс. Садись. О. Палец. Что, комиссия одобряет? Да. А да? Все. Теперь клево. Будет, да, здесь сидеть? Есть на чем? Есть на чем. Все, молодцы. На этом, мужики, видос можно, в принципе, закончить. Комиссия приемная, как говорится, мебель мастерской приняла. Поэтому всем пока. Машите пока. Пока. С вами был Санек. Еще увидимся. Пока-пока. Пока-пока. Пока.